8 октября в Каспийске в детском саду номер 33 состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему «Этнокультурное образование. Лучшие дошкольные практики» в рамках проведения мероприятий, посвященных столетию образования ДАССР. Ассаламу алейкум, дорогие гости! Мир вашему дому! Добро пожаловать! Участниками мероприятия стали представители республиканских ведомств и образовательных учреждений, а также заведующие детских садов города. Я желаю нам всем хорошей сегодня работы, плодотворной работы. Я думаю, сегодня очень важные аспекты будут подняты, что важно для всей системы дошкольного образования. В преддверии официальной части всеобщему вниманию была представлена выставка «Художественные промыслы народов Дагестана», а также выступления творческих коллективов дошкольных учреждений Каспийска. Театрализованные сценки, отражающие традиции, обычаи и быт народностей Дагестана, зажигательные танцы, а также песни и стихи на родных языках Многонациональной Республики. За водой ходила, за водой ходила. Какой вода? Не хочу я ее. Далее в ходе круглого стола участники мероприятия обсуждали работу дошкольных образовательных учреждений, а также говорили о повышении профессионального уровня педагогов. Каждый делился опытом работы по данным направлениям. В завершении мероприятия заведующий сектором культуры и искусств народов Дагестана доктор педагогических наук Марат Байрамбеков вручил благодарственные грамоты заведующим дошкольных учреждений Каспийска за плодотворную работу и активное участие в подготовке и организации мероприятия.